вам дал возможность ознакомиться с постановлением производства обыска, да, в начале? То есть у нас получается следующее. Поэтому... Что? Да, все поняла. Угу. Нет, я не подъеду, у меня тоже. Носили, допустим, ВТБ банк приносил и так далее. Это все должно быть. Плюс нам необходима переписка с Октябрьской прокуратурой. Ваш адрес поступали письма по поводу взаимодействия с организациями «Электромонтаж», «Электросервис» и всего остального. Вот.